Здравствуйте, дорогие друзья, гости, подписчики канала «С подоконника на грядку». С вами его ведущая Светлана, и мои опыты в посадке различных растений продолжаются. Как вы уже видели в предыдущих видео, я пробую вырастить бегонию клубневую из семян. Посадила уже, в общем, посадку сделала, все, жду всходов. Но всходы могут появиться в течение 2 недель, поэтому пока у меня есть время, пока сегодня такой посадочный денек именно для цветочных культур. Вообще у меня по плану было посадить кое-что другое, но я посмотрела календарь садовода-огородника, посмотрела по посадочным дням, в общем, та культура не подходит, а именно сегодня, 18 февраля, все стараются посадить цветочные культуры. Вот, в общем, я выбрала такое вот растение, как глоксиния. Один сорт глоксинии у меня уже есть дома, растет. Да, вот так вот выглядит. Такой малиновый насыщенный цвет, да? Я хочу вырастить вот такую глоксинию, такой приятной расцветки, чернильный, в крапинку. Глоксиния сорт импресс, синие чернила. Фирма «Поиск» семена. Фирма хорошая. В принципе, не подводила никогда. Ну, давайте будем пробовать. Будем пробовать сажать. В наличии семян немного. Здесь всего 5 штук. Высыпаю их в приготовленную крышечку. Так, приготовила я заранее зубочистку. Опять при помощи нее будем сажать, потому что семена очень-очень мелкие. Ну вот по совету производителя семян, почва-смесь должна быть для глоксинии следующая. То есть листовая, торфяная земля, сфагнум, песок в соотношении все в равных пропорциях, один к одному, да? Песка у меня нету, поэтому я первым слоем дренажным уложила керамзит. И дальше идет у меня просто земля специальная, которую я всегда использую в своих посадках Терравита. В общем, кто смотрит мой канал, всегда видите, да, я всегда в нее все сажаю. Схожесть хорошая. Пока не добавляла вермикулит, думаю, буду добавлять потом уже при пересаживании. На данном моменте не считаю это нужным, потому что земля и так рыхлая, будет достаточно. Сейчас я буквально увлажню по чуть-чуть в 5 местах, именно на 5 семечек. Вот так, чуть-чуть по краю пройду. Сильное болото не хочу делать почему-то, не знаю. Задумала так. Буду пробовать, что из этого выйдет. И опять тем же способом макаем чуть-чуть зубочистку в воду, прикасаемся к семени. Оно прилипает, как видите. Вот, видите, как прекрасно прилипает. И опускаем его в лунку, смоченную водой. Следующее. Так проделываем со всеми семенами. Вот еще осталось 2. Так, насчет присыпать, не присыпать. Я думаю, присыпать не стоит. Сейчас просто при проливании водой растворится оболочка. И семя само утопится в земле. Вот все, его уже и не видно под землей. Так. Ну вот, друзья, дело сделано, в принципе. Глоксиния посажена, останется только накрыть ее мешочком, либо крышечкой, чтобы был эффект парничка. И поставить довольно-таки теплые местечко, где-нибудь около батареи, и ждать появления первых росточков
Ну, на этом конец первой серии. Будем ждать результатов. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будем ждать цветения такой красавицы.